Начал. Добрый день, уважаемые подводные охотники. В этом видеосюжете мы поговорим с вами об арбалете для подводной охоты Picasso Blue Water. Исходя из названия, мы понимаем, что этот арбалет предназначен для охоты в прозрачной воде с голубоватым оттенком в морях или океанах на пелагическую крупную рыбу. Арбалет состоит из барреля, который выполнен в синем камуфлированном цвете с оттенком белого. Голова арбалета имеет две кольцевые тяжи диаметром 16. Тяжи имеют зацеп Дайнима, это специальный, очень сильный линь, который дает нам преимущество при выстреле, то, что он не шумит и не бьет по баррелю, не царапает его. Второе, на что нужно обратить внимание, тут укомплектован арбалет очень качественными тягами. Внутри тяги состоят из желтой латексной и янтарной резины, которая лучше тянется, лучше растягивается, лучше работает, чем черная. Но снаружи он покрыт черной резиной или черной оплеткой, которая более устойчива к солнечным лучам и механическим воздействиям. По всей длине арбалета наблюдается специальное направляющее, которое дает нам стабильную траекторию полета гарпуна на всей длине вылета стрелы. По всей длине вылета стрелы. Рукоять арбалета имеет боковой металлический линзброс, который может быть установлен как слева, так и справа. Это делается благодаря вытягиванию специального штифта и переносу его на другую сторону. Также в рукояти мы наблюдаем специальную скобу, которая предназначена для привязки к буйку. После выстрела в рыбу мы бросаем ружье и ждем, пока рыба устанет, после чего мы ее улаживаем. Также есть специальный элемент для закрепления катушки, без которой охотиться на крупную рыбу невозможно. Арбалет комплектуется очень качественной стрелой из металла Sandvik. Это шведская сталь, которая имеет очень высокое качество. Мы видим, что в отличие от простых пропилов, которые ослабляют стрелу, здесь установлен зацеп акулий плавник. Особое внимание нужно обратить на наконечник этой стрелы. Мы не видим здесь флажка, как у обычных арбалетов. Сделано это из следующих соображений. Флажок рыба крупная может помять, поломать и сойти. Здесь же установлен специальный тросик, который рыба, какой бы она крупной ни была, не сможет поломать, потому что он сам по себе мягкий, эластичный, и ну как бы ломать нечего. Это все равно, что попробовать разбить лист бумаги, брошенного с 9-го этажа. Далее. Наконечник у нас имеет коническую заточку. Сама резьба на стреле диаметром 7 мм. И мы можем накрутить сюда любой другой наконечник, то ли дюбель, то ли жало, то ли трехгранная заточка, какой нам нужен под наши условия охоты. Арбалет комплектуется амортизатором с зацепом поросячий хвостик, который самый надежный из всех скоб зацепов. Также у нас идет мононить голубого цвета вместе с дизайном основного барреля. И запасная рукоять. Спасибо вам за внимание. Ждите следующих видеообзоров.